начинали разыграть командный приз. Впервые победителями... Здравствуйте. Здравствуйте. ...соревнований стали хозяева площадки. Здрасте. Ну что ж. Живот мягкий, шов хороший. Через неделю выписывать. Спасибо. Старайтесь к нам больше не попадать. А томатный сок теперь пить можно? Можно. Как рука? Сегодня меньше болит. Галина Степановна, хорошо с вами физкультурой занимается? Да, ломает руку мне каждый день. Но этого недостаточно, вы и сами должны, иначе руку скрючит вот так вот. Вот. Надо было в гипс класть. То, конечно, она теперь такая. Что же, вы считаете, что врачи виноваты, что рука такая? Конечно, врачи. Разрабатывали бы с первого дня. Так ведь раньше ж нельзя было. Нельзя, так бы пересадку сделали. Пересадка здесь ни к чему. Вы сами виноваты. Я ж вам говорил, занимайтесь мячиком, упражняйтесь. Где его возьму-то? Ну как же ж, я ж вам принесла. Он укатился. Он ведь круглый. Не укатился он никуда. Вы просто считаете, если рука у вас не разработается, вы получите вторую группу инвалидности. Да, считаю. А третья рабочая. Работать надо. А как я в пекарне с такой рукой? Ты вон с мячиком ко мне пристала. Лечить надо было раньше, как следует. Руку вам спасли. Ее ведь чуть отнять не пришлось. Сделали все возможное и даже невозможное, так что руку вам спасли. А теперь вы должны помочь и себе, и нам. Работать, работать. Здравствуйте. Здрасте. Простите, как пройти на Луговую? А дом какой? 18. Вы случайно не к доктору? Да. Длинный такой, вроде меня. Тощий. Да он в больнице. Тут недалеко. Давайте я вас провожу. Хорошо. Эти дома скоро снесут. Через 2 года здесь такой город будет, не узнаете. Ресторан выстроит, больницу, театр, стадион. Приезжайте в гости. А сейчас вот пройдете так, прямо 2 квартала. Направо и сразу упретесь в больницу. Спасибо, до свидания. До свидания. Здравствуй, юноша! Не узнаешь. Раз не узнал, значит, постарела. Нет, ты не изменилась. Просто я в этой глуши отвык от твоей потрясающей элегантности. Какой-то светский человек, Женька. Ну ладно, как жизнь, как Инна, как сын. Ой, какой успех у подрастающего поколения. Все влюблены в мужество и силу доктора. Ты надолго? Начнем, уеду. Скажи, пожалуйста, что такое дуоденостаз? Ну, это в общем... Ну, в общем, это у меня. Очень болит. Это серьезная история? Болезнь. Будешь меня лечить? Давай так договоримся. Или я к тебе приду, или ты ко мне. Хорошо? Ну, ты знаешь, кто к нам приехал? Ой, Нина. Ой, маленький Мишкин. Ой, какой мальчик. Молодцы, ребят, какого мужичка отродили. Смотри, чего я тебе привезла. Нина, Ин, я поклялся угостить подругу юности седлом косули. Теперь это называется фасоль в томате. Пойдем. Поставь сейчас... Квартира пойдем. У нас казенная. Раньше, я думаю, здесь жил доктор Чехов, теперь доктор Мишкин за 40 рублей. Вот тебе последний журнал мод. Давай. Да что ты, у нас здесь ходить-то некуда.
Да и кто мне это здесь сошьет? Нет, мы в валенках ходим, в резиновых сапогах. Пошел добывать еду. Почему? Я слышала, у вас скоро здесь город будет. Да у нас уже город. Там мне один мой знакомый, представитель власти, недавно об этом рассказал. Садись, Нина. Ну, чего так поздно? Выручай. Товарищ приехал. Какой товарищ? Из Москвы. Ну, ладно, пойдем. Нина, у тебя что-то усталый вид. Устала. Устала? Первый год все успокаивал меня. Отработаем 3 года и в Москву. И займешься своим искусствоведением. Через 3 года новый резон. Не в деревне живем, в поселке. Потом ждали, когда нас превратят в райцентр. Теперь в город. А я все забываю. И мне уже и читать не хочется, и смотреть, и слушать. Да и что слушать-то? Кишки, резекции, аппендицит. А здорово мы там и чудику грудную клетку починили, а бабульку на ноги поставили. Надоело. Хочу работать, но негде. А дома просто зверей и тупее. Да, а ему хоть бы что. Что ты, мужики все такие. Думаешь, мне с Володей иначе? Я же философию читаю. Каждый день новую рубашку. Каждый день новый обед. Принеси, подай. Никогда бы не поверила, что можно просто метаться в 4 стенах и выть во весь голос. Просто хочу работать. Да, мне бы твои заботы. Что ты, у тебя ребенок. У тебя, слава богу, все здоровы. Косуля в кармане, сиятельные дамы. А я не знала, Жень, что такой хозяйственный. Так. Евгений Львович! Черепная травма. Нин, я не прощаюсь. Через часик-полтора врачусь. Ты что-нибудь привезла, снимки? А ты бы лучше простился. Теперь к утру вернется. Садись, Нин. Ты белый, черный? Ну что ты тащишь, идиот? Кто сейчас пользуется подушками? Травма черепа, он несет подушку. Вы ко мне? Здравствуйте. Я, как говорят, начальник техники безопасности. Да, да, да. Того участка, где прошел несчастный случай. Я слушаю вас. Скажите, Евгений Львович, как говорят, надежда какая-нибудь есть? Ну, надежда всегда есть, но он очень тяжелый. Но делаем все, чтобы спасти. Да. Как же сказать жене?
Скажите правду. Дети-то есть? Да. Малыш, так сказать. А через 2 месяца другой должен быть. Послушайте, доктор, а как вы считаете, что он был под шофе? Пьяный, так сказать? Ну да, по-видимому, да. Да нет, понимаете, доктор, если он был пьяный, что с ним случится, это, как говорят, что Бог даст. А если нет, тогда должен отвечать начальник техники безопасности. И даже под суд может пойти. А техника безопасности виновата? Да кто его знает? Но если он пьян, так значит, техника безопасности ни при чем. А если нет, и он погибнет, тогда ответственный за технику безопасности должен по суд идти. Ну, а вы сами как? Не пьете? Ну, по праздникам, если что, так сказать. А что? Да нет, ничего. А по праздникам пить не запрещено. Такого указа нет. И вы на меня бочку не катите. Посадит. Ей-богу, посадит. 1,5 литра крови, уйма дефицитных лекарств, сбитый график дежурства, сердце-то работает. Рефлексы есть, значит, мозг уцелел, Жень. Как вас зовут? Василий. Молодец, Вася. Долго бегать будешь. Ну что, терапия, как кардиограмма? Типичная картина умирающего сердца. Да-да. Оживающего сердца. Пить. Все просят, всем нельзя. Давайте в палату. Не сглазить бы, Женя, а? Еще возбуждение начнется. Евгений Львович! Евгений Львович! Нет! Нет! Вася! Посмотрим, кто возьмет. Женька, может, Галич? Отпустить? Где я там? Галя, ухитрись померить давление. Ну? Давление падает. Пульс? Пульс ну? Не сосчитывается. Сначала. Готовьте наркоз. Следить за кровью. Врешь, Вася. Мы тебя так за здорово помрешь, не отдадим. А что, может, на этой вот стройке работает наш Вась? Может быть. Который час? Не знаю. Около 3 что-нибудь. Ну, черт. Что такое? Да гость из Москвы приехал, даже не успели поговорить. Слушай, Жень, ну что решил насчет Москвы? Поверишь? Смотри, такие предложения раз в жизнь бывают. Клиника отличная. Опять же, вместе работать будем. Не знаю, Алеш. Не рвусь я. Смотри. При мне и не-то обещал. Бросит она тебя. Не бросит. Женщины только притворяют, что хотят эмансипации. А на самом деле мечтают о домострое. А я вот устал, знаешь, честно устал. Спорить с главным устал и жалобы разбирать устал. А там перспектива, клиника отличная, квартира с удобствами, зарплата. Не одобряешь? Да нет, глупости говоришь. Тебе обязательно надо ехать? Мне, а тебе? А мне, наверное, не надо. Жень, ну я ж скучать без тебя буду, правда? Очень буду скучать. Мы столько вместе протопали. Ну, что поделаешь. Ладно, пойду. Ты человек холостой, а меня дома ждут. Пойду. Привет. Доброй ночи. Я уж думала, ты опять не придешь. Нина уехала? Конечно, уехала. 3 часа ночи. Тяжелый больной. Кофе у нас есть? Кофе, между прочим, утром пьют, а не ночью. Но все равно у нас кофе нет. А как это называется? Падение Икара. А где же Икар? Не видишь? Посмотри внимательно. Ну, вижу.
Мужик дрова несет, женщина белье стирает. А где Икар? Ну, видишь, вот в левом углу маленький всплеск. Вот он, Икар. Никому его подвиг, оказывается, не нужен был. Люди занимаются своими, хорошими, нужными делами. Им его подвиг понятен, великий сюжет. Мудрено. Ой, я устала. Пусти. Сашка капризничал? Нет. Он в Мишкиных пошел, занимается своими делами. Ну и ты бы занимался нашими делами. Ты это уже говорил. Ты повторяешься. Прости. Бывает. Как же так получается, Жень? Ведь я люблю тебя. Ну, тошно мне. Ведь ты для всех хорош. Для каждого ты расшибешься в лепешку. Ну, а для меня? Ведь подумай, я 7 лет училась, у меня отличный был диплом, мне делали какие-то прекрасные предложения. Ну, что я делаю с тобой 9 лет здесь? Эти бесконечные магазины, авоськи, картошки, все это... Ведь эти же статейки, что я здесь делаю, чепуха. Ну, а дальше? Что так всю жизнь мне? Ну, иди в школу работать. Преподавателем по рисованию. Мне это неинтересно. Ты ведь, Женя, не лечишь уши? Ну, если надо, лечу. А я вот умею только то, что умею. Садись, поехали. Еще нагорбишься за день. Счастливо, доктор. Доброе утро, доктор. Здрасте, Евгений Львович. Здравствуйте, доктор. Ну, с этим вопросом все ясно, садитесь. Теперь я обращаюсь лично к хирургам, товарищ. Очень уж они у нас стали самостоятельны. Что? Я ведь приказал дежурным по ночам не спать. А в хирургическом спят. Я приказал временно прекратить манипуляции по оживлению. Они оживляют. Должен вам сказать, запланирован проект строительства нового здания для хирургов. Оборудование будет новейшее. И кадры будут решать все. Что? А у нас как с кадрами-то? Вы с нами так не разговариваете. Ну, что значит хирургам корпус строить? Больным же строить. И потом, что значит... Дежурным не спать по ночам. А если ночью, делать-то нечего. Ну вот Бог миловал, никого не привезли, тяжелых больных нет. Ну а почему ночью не спать, а? Почему? Ждать. Ну, хорошее было утром на операции. Ну и оживлять, конечно, будем. Ну тут вам говорить нечего. Ну, если даже 1 из 100 домой уйдет, ну и то игра стоит свеч. Что? Да чего ж вы, Мишкин, мыслите узко? Не по-государственному. Ну, ведь по-государственному-то не всем же дано. Пишите, пишите. Один большой мыслитель сказал, ваше лечение – это ваше личное дело.
вы сделаете запись в историю болезней, и тогда это будет наше общее государственное дело. Что? Ароматный? Да. Ароматные сигареты, курево альтруистов. Всем хорошо, а тот, кто курит, у того язык щиплет. Всего доброго. Я не альтруист. Я притворяюсь. Да, вы притворяетесь, что вы не альтруист. До свидания. Почему у нас принято так писать? Конечности. Ведь есть же нормальные слова. Рука, нога, конечность. Научнее, что ли? В этих названиях скотство. Конечность. Тенденции. Заткнись, Корешков, не бубни. Сама заткнись. Вот когда ты спишь, да еще сидит, ты вполне похож на человека. Как вы считаете, будет жаловаться Дубова? Конечно, рука-то плохо работает. Ну, спасли же руку, могла бы вовсе лишиться. Ну, что ты говоришь? Рука-то попорчена, есть, а не работает. И не верит, что может разработаться. А вот если бы не было бы руки, она бы не жаловалась. Не на что было бы. Чего ж глупо, не было бы руки, не было бы жалобы. Ерунда какая-то. Мечи специально теряет, ноет, виноватых ищет. Больно. Больной от слова боль. И всегда кажется страшно несправедливым, почему именно у меня. Так. Ну и что вы здесь ночевать собрались, да? Евгений Львович, у тебя, между прочим, семья есть. Да, это точно. Ну ладно, ребят, поздно уже, идите. До свидания. До свидания. Ты что же это? В операционной орала на Корешкова. Это бестактно, неделикатно и просто грубо. Так ведь он ничего не... Правильно, ты все сделала хорошо и правильно, но собственный успех не дает оснований для оскорблений. Он с этой своей подушкой... Правильно. Но все равно не надо орать, как на рынке. Я вам тут всем мешаю. Да. Намучимся мы с этой столичной пигалицей. Да, резкая девочка. Но ведь она права, что он потащился с этой подушкой. Чему он научился? Ведь завтра же самостоятельно будет работать. Пройдемте. Удовольствием ешь эту котлету, как будто это цыпленок табака в Арагве. Никогда не был в Арагве. Ничего, у тебя все впереди. Скоро о тебе будут писать в газетах. Правая рука профессора Михайлова. Новое светило в медицине. Пока это одни разговоры. Ничего еще не ясно. Чего, Алеш, ты ему нужен больше, чем он тебе. Муж совет. Ты же говорил, твое поколение не танцует. Оно и не танцует. Оно боится за поколение, на котором женился. Твое поколение быстро утешится на груди другого поколения. Представляю, если бы Нина сюда пришла. По-моему, она не лечиться приехала. А покорять Хатуницу. Ей было больно. Она казалась себе старой и некрасивой. Угу. И тебе стало ее жалко. Ну, говорят, жалость унижает человека. Но мне действительно было ее очень жаль. А меня тебе не жаль? А себя я люблю.
потихоньку. Ну что ж я, ребенок, с мячиком-то играть. Что вы упрямитесь? Давайте еще раз. Давайте. Вы просто не хотите. Хорошая ты женщина. Чего ж такие хорошие доски жжешь? Что ж, так положено. Чем положено? Чего? Так положено, я тебе говорю. Ну, а я возьму. Не-не-не, вот это не положено. Стой, это плохие. Бери вот эти. Сам донесешь. Принесу. Доктор! Ну, только... А? Где же такие доски можно достать? Во дворе больницы. Надо, так берите. Все равно сожгут. Почему сожгут? А почему у человека аппендицит? Вот не знаете? И я не знаю. Филипп, откуда ты взялся? Я здесь живу. И я здесь живу. Давно? Да лет 8. А я 3 дня. Ну и что ж ты тут делать-то будешь? Как жил? Как животик? Да животик нормально. 3 года по госпиталям таскался, демобилизовался, учился в Ленинграде. Потом поехал в школу принимать. Предложили в горкоме поработать, говорят, молодой, здоровый. Сказали, что так надо. Надо же так встретиться. Кому-нибудь расскажешь, не поверит. Не поверит. Так ты, может, знал, где я живу? Ну уж возомнил. Так, случайные встречи. Давай доски помогу тебе тащить. Ты давай за мной, не отставай. Можешь даже помочь. Инна! Привет. Познакомься, это Филипп. Что, неужели тот самый? Нет. Тот был молодой и красивый. Что, он уже вас эксплуатирует? Ну, это твои доски? Мои. Я вот буду стеллаж ему делать. Он же к нам на постоянное место жительства. Ты с кем ты разговариваешь, знаешь? Ну, перестань. Это же отец города, Хатуница. Я надеялся, он с годами поумнеет. Что вы, я уже перестала надеяться. Возьми сумки тяжелые. Ну, проходите. Пойдем. Ну, как тебе, моя жена? Уведу. Здравствуйте. 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 Ну, рана ваша зажила. Теперь все зависит от вас. Дом постоянно заниматься гимнастикой. Мне некогда, я в аптек буду ходить. Жаловаться будет. Мне 3-ю группу дали, а мне в пекарне работать, так что... Конечно, если бы сначала правильно все делали. Ну, не надо снова начинать этот разговор. Пожалуйста, есть компетентные органы, пишите жалобу, там разберут, а так наши споры становятся уже неприятными. Я не жалуюсь. Если мне даже намекают на это, говорю. Руку мне спасли. Я знаю, какая же тут жалоба. Просто не знаю, как быть. Вам, конечно, спасибо. Как быть, как быть? Заниматься физкультурой, но вы же мне не верите. Не верю. А вы попытаетесь поверить, ведь... Все-таки кого-то мы вылечиваем, а? Попробую. Уже после втека. Как я буду в пекарне с такой рукой? Да не ходите вы в эту пекарню. Идите вот к нам. Нам нянечки нужны. Вот Галя, у Галины Степановны мячиков этих навалом. В больницу? Да нет уж, знаете, мне свои болячки надоели. Ну, как хотите. Как себя чувствуете? Да ведь лучше, сынок. Выписывайте. Устала я здесь. Ну что ж вы плачете, бабушка? Разве здесь с вами плохо обращаются? Ведь хорошо. Кто знает, в чем дело? Да нет,
Тут к ней через день ходит вот такой вот мордатый тип. Все ей козу показывает и говорит, скоро ли умрем, бабушка. Я его 3 раза выгонял. Кто к вам ходит? Сын, внук? Так ведь нет. Сыновья у меня по всей стране разбежались. Квартирант у меня такой. Квартирант? Да, ведь квартирант. Ну, говорит, когда умрешь, бабушка, вот ведь какой квартирант. Прости, Господи. Лапуля ты моя. Ты смотри, а? Не померла бабулька, а? Организм. А все-таки долго люди живут. Ну что, не померла бабуль? Так давайте ключ. Так замок-то его. Дайте ключ. Ну дайте ключ. Но ты только без рук. Ты давай без рук. Если такой храбрый права имеется, открывай. Да чего это вы хулиганничаете? Чего это вы хулиганничаете, двери ломаете? Чего это вы? Пожалуйста, бабуль, мы же не знали, что вы живая останетесь. Вот мы именно. Же не против, правда? Пожалуйста, живите, чё, живите, чё? Хоть в проходной. Мы вам коечку, раскладушечку поставим. А когда в магазин надо или что заготовить, то я всегда, пожалуйста. Господи, правда, Вася? Ребят. А что делать? Чего? Сначала надо спрашивать, а уж потом. Куда ключи вы мебель? Отдавать. Не трогайте мебель, куда вы мебель тащите? Так вот, раз ты такая умная, то наш альянс распался. Езжай к чертовой матери к матери. Подожди, Вань, подожди, Вань. Ну чего? Что ты говоришь, Вань, ну подожди. Ну, ты жениться обещал. Обещал, когда была жилплощадь, а теперь что? Теперь не. Ты что, Вань? Вань. Ты что? Ты что, скотина? Я тебе сейчас, как вот там вот... Убью сейчас! Уйди от меня, Катя! Уйди, говорят! Не трожь! А ты, если человек не глупый, должен понимать. Я не знал, что она не помрет. Я ремонт сделал. Обои новые, руб 95, рулон. Слушайте меня внимательно. Да. Я буду навещать бабушку. Да. И не дай бог. Вообще-то я чиню черепа, но могу и наоборот. Слышали все? Слышали? Он мне угрожал смертью! Ха-ха! Смертью угрожал! Все! Я тебя под статью подведу! Я тебя... Слушай, Тай, знаешь что? Оформи опекунство на бабульку, все. Ну, люди есть, а? Ой, Ваня, молодые, ты видал, как мебель тебя отстали? Молодые они... Ой, правда, Ваня, умница-то моя. А тебе еще как врежу? Ну, ладно, Вань, ну, прости. Рука у меня тяжелая. Ну, ладно, Вань, ну... Так, понятно. Им платят, понимаешь ли, такие большие деньги, они тут спят на дежурстве. Нет, не спят, не спят. Мечтают. Мечтаю. Обвиняемый признал себя виновным. Какие врачи вообще мечтают на дежурстве или в жизни, а что? Только сонные. Сонные, верно. Евгений Львович, я сообщаю тебе приятнейшую новость. Ты отправляешься в район посмотреть, как там у них дела, и помни, кадры решают все, поэтому возьми с собой практикантов. И практикантропш. Слушай, почитай на досуге, что пишут ученые коллеги о дуоденостале. А это мне ни к чему. Зачем? Одна знакомая мается. А, угу. Это интересно. Как-то мается знакомая. Ну ладно, ладно. Кто такая? Что с ней? А? Тебе серьезно? Надо оперировать, я тебе говорю. Тебе надо оперировать. Мне. Молодая, красивая. Жалко желудка лишать. А тебе не кажется, Жень, что наша жалость
иногда больным выходит боком. У нормальных людей как? Жалость, унижение. А как наши медицинские дела начинаются, так сразу жалко, понимаете, там сюсюся, ся, красивые. Если человек болен, надо лечить. А? Как девочка, ничего? Соперируешь? Соперируешь. Кто такая? Ну, есть одна. Я ее не знаю, не? Чего домой не идешь, а? А чего мне дома-то делать? Женись. О, а я погодю. Вон, глянь, все ходят, ищут. Сколько лет войны нету, а все ищут и находят. Ай-яй-яй. Мы-то тут не бываем, а дети, дети ходят, гуляют. Не дай бог взорвутся еще. Ну вот, пожить здесь можете, а питаться будете в нашей столовой. Спасибо. Я поселю вам. Нет, нет, я сам. Спасибо. А вот девочку возьму к себе. Не надо. А? Как хотите. Гражданка, у вас соломки-то нет, а? Есть. Принесу сейчас. И овса ему. Остряк. Так, кому запасную подушку? Мне. Держи. Опа. Так. Слушай, корешок, ты случайно ночами-то не храпишь? А я откуда знаю? Учти, я нервный. Доктор, через час вас в больнице ждут. Хорошо. Галь, тебе помочь? Ситуация следующая, товарищ студент. Ты делаешь операцию. Я? Ты. Кто я? И вдруг в операционный взрыв. А бывает? Наркозные аппараты редко, но все-таки взрываются. И вот рядом с эфирницей подрагивает огонь. Еще секунду, он доберется до эфирницы и все разнесет к чертовой матери. Что должен делать хирург? Немедленно гасить огонь. А я далеко от огня? Ты ближе всех. Да. Ситуация осложняется. Рядом с хирургом кто-то начинает кричать и падать. Ну, вот, например, Галя. Что ты будешь делать, Корешков? Что? Ой-ой-ой-ой-ой. Галю-то я всегда поддержу. Хоть бы с ней цапаемся. Нельзя поддерживать. Руки должны быть чистыми. Оставаться готовыми к операции, правильно? Чистыми. Это я тебя запомню. Вот ты прав, Игорь. Руки вверх. Конец света, но руки у хирурга должны быть чистыми. Ну, а может, все и по-другому. Но в одном ты прав, Игорь. Руки у хирурга должны быть чистыми. Мы с зеленой. И пойти-то некуда. Можешь костерчик соорудить? Картошечки на печь. Галь. Налашай душу. Сиди.
Батюшка. Ну, так где все-таки поставим запятую? Так оставим. Не будем брать на себя ответственность. А вот помните, мы Васю оперировали? Мы пахали. Так что было лучше, дать ему встать или бороться с ним? Пустить, чтобы стал такой больной, абсурд. А драться ему с нами, это как? Бодрит, да? Ну, так как корешок. Это ведь то же самое. Казнить нельзя, помиловать. Где поставить запятую? Вопрос, корешок. Можешь ты напиться до состояния... Может. Ну да. Он себя бережет. Если наспор, я литр могу. Если, конечно, закуска мясная. А не имеешь права. У тебя с похмелья будут ручки трястись. И ты уже не хирург, а экспонат для изучения синдрома похмелья. Пойду костер запалю. Интересно, где болтается наш мэтр? Трудится. Во, Сенькою с Верою вел. Романтики, картошку печь не умеете. Романтика — это не корзина с ржатой, а перспектива действия. Прогноз. А чего прогнозировать? И так все ясно. Будем вкалывать, дежурить, на полставки, в поликлинику бегать. И будем счастливы, что сбылась наша мечта. Романтики. Посмотрю на вас лет через 15. Интересно, что со мной будет через 15 лет? Ну, с тобой все хорошо будет. С твоими данными выскочишь за какого-нибудь профессора. И будешь рассказывать ему, как в деревне картошку печеную ела. Ну, а лечить будешь своих детишек от бронхита. Во, корешок, а? Все знает. Насквозь видит. Корешок, а скажи, кем Игорь будет? А никем, очень рассуждать любит. Спасибо, друг. Все выпито, все сожрато. Кина не будет. Пошли баньки, а? Ты, корешков, кем будешь? Он счастливым будет. Морщины в 90 лет появятся. По трое суток, как Мишкин, дежурить не будет. О, жена у него красивая. Инна, Инесса. С такой женой не то, что в Хатунице. На льдине зимовать можно. Не знаю, не знаю, не обращал внимания. А это все от того, что ты смотря глаз не сводишь, Игорек. Ну так что ты молчишь о своей великой судьбе, корешков? Я еще думаю, мне бы такие руки, как у Мишкина. Пошел бы я в платную клинику, домик под Москвой построил бы, жену бы с работы снял. Погоди, погоди, у тебя ведь жены нет. Ну и что, что нет, будешь жить? Вот я бы ее и снял. Если будешь как Мишкин, то не то что на дачу, на собачью конуру не заработаешь. Вот человек, а. Много ты понимаешь. Твой Мишкин эгоист и себелюбец. Да с чего это ты взяла? С чего? Ты глаза его жены видел? Не видел. То-то, чужие люди. Это все психология, ерунда. Мишки не развернулся, потому что деревня была. А теперь город будет, клиентура. С его руками только что в золоте купаться. Ты это шутишь или серьезно говоришь? Смех дело серьезное, не знаешь, что ли? Я полагаю, Евгений Львович наукой занялся. Борисов в Москву собирается. А они с ним как сиамские близнецы. Ну ни черта вы в людях не понимаете. Да Мишкин ваш, он же хирург. Если и есть что в нем хорошее, это только то, что он хирург. Представляю, каково жене с ним.
Эгоист на выворот. Страшное дело. А вы, оказывается, лунатик, мэтр. Лунатик? Может быть. Никогда не думал, что мир так прекрасен. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мальчик на мине подорвался. Нужна срочная операция. А куда ехать-то? Волково. Это отсюда километров 15. Ну, сейчас я шеф разбужу. Подожди. Сейчас. Евгений Львович! Ну что? Вот карета подана. Горешков, можешь без галстука. Горешков! Скорее, Корешок. Ну, бегу, я бегу. Шевелись. Давай руку. Руку давай. Садись. Кровь есть еще? Вылезай! Давай, живее! Ну, вот так. Пошли. Ну как там дела? Плохо. Все же было нормально, когда я ушел. Ушел? Мог бы одну ночь не поспать. Пошли! Ну ты не шуми. Пока есть возможность, нужно спать, силы беречь. Слушай, перестань, пока мы тебя терпим-то. Что пошли. Ты пихаешься? Что ты пихаешь? Там же шеф. Слушай, крови не хватает. Последняя ампула кончается, и группа крови редкая. Из всех только у тебя такая. Резус отрицательный. Что я вам, шбанс крови, что ли? Хорошо. Не, я в хирурги не пойду. К терапевту, в невропатологи, в психиатры. Там нормально, там годится. Ну, долго вас ждать? Да не шуми, может, я уколов боюсь. Кончай, мать, а? Пошли. Нежна апрельская прохлада. Ты опоздал на много лет, но все-таки тебе я рада. Сюда ко мне поближе сядь, гляди веселыми глазами. Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами. Вот это синяя тетрадь с моими детскими стихами. Прости, что я жила скорбя, и солнцу радовалась мало. Прости, прости, что за тебя я слишком многих принимала. Сюда ко мне поближе сядь, гляди веселыми глазами. Вот это синяя тетрадь с моими детскими стихами. Вот это синяя тетрадь с моими детскими стихами. Все-таки не могу понять, зачем вам нужна эта особая клятва? Чем вы отличаетесь от других людей? Да ведь страшно иметь дело с чужой жизнью-то. Я вот не суеверный, а вот
Зачем мне делать, например, операцию 13 числа и в понедельник? Я лучше сделаю 14-го. А если 14-го будет поздно? Ну, тогда буду делать 13-го. Если человек порядочный, он и без клятвы будет, что надо. Ну... Ну, как Нина? Плохо. Ей очень плохо. Она тебе не рассказывала, у нас очень неловкая получилась встреча. Нет. Ты хочешь просить Женю сделать ей операцию? Да. Ты этого хочешь? Она просила об этом. Да вам хорошо, вон у Володи электронные пушки. У тебя законы диалектики, а нам клятва нужна как... обряд посвящения в орден и соблюдение устава, когда не ясно, что и как делать. Вот когда все науки сольются в одну, тогда создадим настоящую медицину. Но и то я подозреваю, что смертность останется стопроцентной. Ты слишком много знаешь, тебя надо убить. Давай-ка, Гиппократ, швырнем посуду в мойку и не будем превращать фею в кухарку. Вам нужны ваши лаборатории, больницы, стройки. А мне музеи, хранилища, архивы. Через год мне уже никто не предложит работать в Вене. В областной музей не возьмут. Здесь будет город. Замечательный. И скоро, я тебе обещаю. Иначе с меня голову снимут. Я верю. Будут. Гастрономы, парикмахерские. Детские сады, бассейн, может быть, даже театр. Будет обязательно. Но ведь Третьяковку сюда не перенесут. Я бы могла без этого жить, но я не могу без этого работать. Ты поломаешь Женьку. Я не хочу, Филипп, об этом разговаривать. Его работа свята, моя женская блажь. Я не могу здесь работать, а он может работать в Москве. В чем проблема-то? Давай поменяемся. Давай, а то, боюсь, руки распарю. У Нины серьезно? Всякая операция серьезна. Ты будешь делать... Неужели ты думаешь, московские врачи сделают эту операцию хуже? Да нет, не в этом дело, просто она верит в тебя. Вас связывает многое. Юность, вера. Оцепляешься за прошлое, когда больно. Я дал себе слово, а я суеверный, быть подальше от животов ближних. А Саша? Мама приедет, я написала. Оформлюсь, через месяц заберу. А дальше? А потом пусть сам решает. Может быть, не мое дело, я не могу говорить. Он без тебя не сможет. Ты же его любишь. Я тебя очень прошу. Нет. Операцию сделает Алеша Борисов. Он великолепный хирург, а я буду рядом. Не надо рядом. А впрочем, ладно. Делай, как считаешь нужным. Важно, чтобы она, чтобы ей было хорошо. А, Вася. Друг мой Вася. Евгений Львович. Моей-то неделя осталась. Пойдет рожать, а сын с кем будет? Я вот что надумал. Отправить ее к моим старикам. И я с нею. Так ведь тут рядом, в деревне. В этом есть резон, конечно. Но ты там не выпьешь на радость.
Так что ж, я себе враг, что ли? Да разве ж он не понимает? Ну, езжай. Бюллетень я тебе оформлю. Кого хочешь? Мальчика или девочку? А нам все хорошо. Мы ведь на этом не остановимся. Вот спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Это как называется? Вы что себе позволяете? Уже незаконно выдал больничный лист на целый месяц вперед. И незаконно отпустил больного. 7 числа у него родился сын. 13 числа он забрал жену из родильного дома. Напился и умер. А, вот и ты явился. Ты почему, Мишкин, законы нарушаешь? Ты почему не заполнил амбулаторную карту? Твое лечение — это твое личное дело, Мишкин. Но ты покажи мне запись о лечении, и тогда это будет наше общее государственное дело. Не словам верят, а документам. Что? Ну что ты покажешь прокурору? Тебя же посадят, Мишкин. Я еду в область, и имей в виду, я защищать тебя не буду. Женька, Женька, натворил ты. Да плевать ему на твои операции, на смертность. Вася, Вася, два раза от смерти уходил, и на тебе. Что делать с пьянкой? Переведешь его в фельдшеры. Да, кто оперировать у меня будет? Да идите вы. Жень, ты не расстраивайся. В колонии ведь хирурги тоже нужны. Шутка дурацкая. Курите, если хотите. Садитесь, курите. А дальше что, молчать будем или сразу расколемся, так? Ну, если вы такой знаток детективов, я использую другую банальность. А теперь рассказывать буду я. Лечение ваше было совершенно правильное. Евгений Львович, эксперты единодушно заключили, что вы и Борисов сделали все возможное и даже больше. Но почему такое резкое заявление со стройки? Вы что, поругались? С ним поругались? Я не знаю. Может быть, сгоряча. Ну вот, не помню, сгоряча. Больной умер по пьяному делу. По пьянке в больницу попал. Вы это знали. За такие штуки надо судить технику безопасности. А вам, за то, что вы неправильно выписали больничный лист, надо объявить выговор. Или лишить премии. Выговор у меня уже есть, а премии у нас не бывает. На работу у вас не позавидуешь. У вас ведь тоже не бывает? Не бывает. Да ты что, на курорт, что ли, собралась? Ты что, думаешь, мы тебя в больнице долго держать будем? Не надейся. Жень, как жить-то будешь? Она уехала, и все, и хватит об этом. Половину вещичек выкидывай. Не возбуждай зависти у провинциалов. И бигуди оставь, не пригодятся. Женя, ты все время в больнице. Как Сашку-то воспитаешь? Как надо. Заладил. Теща не пускает, Сашку не отдает. Самодур. Ну, о чем мы говорим, а? Так, ты бы видела, как она плакала, когда нас провожала. Ну, ладно, ладно, хватит, ну. Да не ешь ты его, что он сына не воспитает. Будет троечником, таким нормальным, порядочным троечником. Женя, если Инка вернется? Совсем? Слушайте, можете, хватит об этом!
Так, ну ладно. Давайте-ка присядем. Больница, не дорога, но все-таки. Доктор, что с ней? Ну, в общем, так. Операция прошла нормально. Да. В общем-то, мы люди суеверные. Но оснований для беспокойства нет. По-моему, все будет в порядке. Понятно. Извините. Спасибо. Спасибо. Сидишь, нежишься. На работу пора, сын. На работку. Так, стой. Нет, начнем со штанов. Так. Так, ну давай, 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 ну. Да не туда же, ну не так. Так ты мне опять суешь две ноги. Ну что ж ты в одну сую? Ну, вставай. Вставай, вставай, вставай. Лентяй еще оказался. Так, молодец. Молодец. Дай косточку. Ну, так. Оп, молодец. Ботинки где-то там. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, батюшка ты мой. Ух ты, какой тяжелый. Тетя Люда, ну покажи мне операцию. Доктор, я вашу спросить-то хотела. У нас в пекарне есть женщина одна, Верка Лебедева. У нее все время живот болит. Вы бы не посмотрели ее. Пускай приходит. Ага, я, значит, ее приведу. Тетя Люда, ну покажи. А? Да что ж, серьезный сегодня прошу. Такой. Галь, а ты знаешь, когда самые серьезные намерения? Нет, не знаю. А с кем эта беда такая случилась? Например, со мной. Игорь! Ну как? Иди, шеф зовет. Иди. Да? Ты сегодня самостоятельно оперируешь? Не забудь. Не забудь сказать, когда закончишь, спасибо. Всем, понял? Сестрам, ассистентам, анестезиологам. А то забудешь от волнения, а мне потом... Краснеть от стыда. Ясно. Ну, иди, иди. Спасибо. 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 А мне сегодня тетя Люда операцию показала. И совсем не страшно. Я теперь знаю, как аппендицит вырезают. Так. Оп. Смотри, смотри. Дай-ка сюда. Так, так, ну-ка. О, молодец. Ну-ка, подожди. Давай. Давай. Оп. Так, штаны давай-ка. О, раз. Оп. Все.
Вот, вот эту на вот. На будильник. Ну, плохо тебе? Плохо, я есть хочу. Открыто! Здравствуй, Галь. Евгений Львович, он же будильник поломает. Сашка, пока все не перекидает, будет молчать. Но потом. Снова соберу. Это называется мирное сосуществование двух систем в нашей семье. Хотите, я обед сготовлю? Да нет, у нас есть обед. Ну, прибраться. Да нет, не надо, у нас чисто, по-моему. Хорошо, я сейчас уйду. Вот вы знаете, какая вам нужна жена? Чтобы она ловила каждое ваше слово, да и ваш жест, и чтобы вы могли забыть о ней на сутки, а она вас не на секунду. Ну, хватит! А чего на меня кричите? Я-то вам пока не жена. Пока? Да. И когда буду, все равно не кричите. Ну, можешь иногда приходить. Спасибо, доктор Мишкин.